Мы сейчас идем с богослужения из Церкви Божьей в Царицыно. И пастор как раз проповедовал о том, что сегодня прощенное воскресенье. И в Святом Писании написано, что мы должны прощать людей 490 раз в день. Поэтому мы, как апостол Петр, мы просто закипели и засмущались. И думаем, как это возможно, как это с нами происходит. Я вам сейчас дам инструкцию, как нам нужно победить это смущение и выиграть, и победить, и научиться прощать всех людей тогда, когда вы кипите и кажется, что прощение невозможно. Как-то вот так. Тогда, когда у апостола Петра было очень много рыбы, когда Господь благословил его, что он так напугался, сказал Иисусу Христу: «Выйди из моей лодки, Господь». Точно так же с нами происходит, когда мы говорим о прощении, когда мы не можем простить, то говорим: «Как это возможно, Господь?» И вообще, когда у нас что-то не получается, или мы не о том думаем, то тогда вот я дал вам инструмент, как вообще можно выйти из этого, победить все эти вещи в прорубь, друзья. И тогда ваше кипение остановится, и вы будете благословлены Господом, и будете силу сделать так, как говорит слово от Господа. Аминь.